Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. По вашим многочисленным просьбам, сегодня у нас видео касается макросъемки. Как вы помните, в прошлый раз я использовал специальный эндоскоп из Китая. Это такая вот дешевая версия, но правда стоит немало, 17 баксов. Wi-Fi модуль идет в комплекте, вроде неплохой, но к сожалению у него есть ряд недостатков. Картинка некачественная, разрешение небольшое, при этом фокусное расстояние огромное. Чтобы решить эту проблему, я использовал один из объективов для макросъемки, вот что-то наподобие этого. Обрезал по размеру линзу, вставил и получил фокусное расстояние порядка 2,5 см. При этом картинка получается немножко размытой. Я решил отказаться от идеи использовать именно вот такой вот бюджетный эндоскоп и посмотрел в сторону более дорогого. Цифровой микроскоп 3 в 1. Уровень кратности здесь 200 крат, при этом используется 2-мегапиксельная камера и разрешение 1080p. Этого более чем достаточно, чтобы получилась действительно красивая съемка. При этом хочу отметить, что мы покупаем не просто микроскоп, а 3 в 1. И видеокамеру, микроскоп и эндоскоп. Вот такой вот наборчик приходит к нам в коробке. То есть специальная стойка, держатель. Она, кстати, очень удобная. С помощью данного барашка можем выставить под любым углом, как нам нужно, чтобы получить правильное фокусное расстояние. Конечно, если сравнить по длине с предыдущим вариантом, то видим, что он на порядок длиннее. При этом наружный диаметр у них идентичен, 8 мм. Но такая длина обусловлена техническими характеристиками. В отличие от предыдущей версии, здесь можно выставить практически любое фокусное расстояние. Использовать ее даже в качестве камеры. Единственный минус – это прямое подключение. То есть нет вот такого вот Wi-Fi модуля. Но самое интересное, что именно этот Wi-Fi модуль от предыдущего эндоскопа отлично работает с этим девайсом. Я уже проверял, все просто супер. Но в данном случае мы не будем использовать Wi-Fi, потому что он у меня очень плохо ловит на балконе. То есть подключаться будем напрямую. И вот здесь как раз производитель сделал очень классную вещь. То есть можно подключиться к компьютеру, то есть через такой вот USB-штекер. Если же вы планируете, как я, использовать телефон, то, соответственно, вы убираете данный переходник и используйте штекер, который подходит под гнездо вашего телефона. В коробочке есть установочный диск для подключения к компьютеру, а также небольшая инструкция, в которой указано, как правильно его подключать и собирать, а также QR-код для скачивания программы. Но сразу хочу отметить, что эта программа почему-то не хочет работать с этим девайсом. Я сколько раз не пробовал на разных телефонах, но не работает. При этом я нашел более качественную программу, более интересную, более правильную, с множеством настроек, намного лучше, чем заводская, которая идет нам в инструкции. Первым делом заходим в Play Market, в поиске набираем USB камера, смотрим по логотипу, скачем USB камера. Она у меня скачана, поэтому я ее просто открываю. При этом не забудьте подключить саму камеру. Я устанавливаю такой вот переходник и подключаемся напрямую к нашему девайсу. И получаем вот такую вот картинку. При этом наш микроскоп смотрит на 1-гривенную монету. Мы должны помнить, что расстояние фокусное в данном случае у нас сейчас 5 сантиметров, это много. Но это все можно поправить с помощью регулировки резкости. И вот смотрите, какая красота, ребят. Видим, что при опускании у нас монета размывается, потому что расстояние уменьшается. Зафиксируем и снова наведем резкость. Вау, друзья, ну это песня. Расстояние фокусное сейчас 1 сантиметр, даже меньше, там 0,8. И посмотрите, как четко видна монета. То есть можно получить реально очень крутую макросъемку. Конечно же, такой девайс будет интересен не только 3D-печатникам, но и электронщикам, которые паяют микросхемы. Потому что зачастую микроэлементы очень мизерные, маленькие. И, естественно, работать нужно только с микроскопом. И именно этот девайс подойдет отлично для этих целей. Давайте возьмем материнскую плату и сделаем фокусное расстояние где-то 4 см, чтобы можно было подлезть, например, паяльником. Очень четкая картинка получилась. Давайте развернем на 180 градусов наш микроскоп и зафиксируем. Если немножечко опустить микроскоп чуть ниже, здесь мы видим надпись Creality. Фокусное расстояние 1 сантиметр. На плате видны даже мусоринки, пылинки. А это уже более сложная макросъемка моей руки. Посмотрите на волоски. То есть они очень тоненькие, но при этом очень отчетливо видны на нашей камере. Давайте посмотрим на кожу. И здесь видны даже поры. Качество картинки просто отменное. Честно говоря, друзья, этот девайс стоит своих 27 долларов. Потому что здесь у нас и качество хорошее, и удобство. И при этом еще есть возможность менять фокусное расстояние. Но это еще не все. Данный девайс можно использовать в качестве камеры. Давайте наведем на наш Direct Extruder NF Sunrise. Здесь есть надпись такая NF Sunrise. Видите, пока мисс расплывчатая картинка. Увеличиваем резкость. Фокусное расстояние здесь порядка 18-20 сантиметров. Просто песня. Давайте посмотрим на танк «Тигр», который стоит вот там вдалеке.
То есть это универсальное устройство, его можно использовать для различных целей. И делать, кстати, очень неплохие таймлапсы. Теперь, конечно же, возникает вопрос по монтажу. На Tron CXY2 Pro я использую NF Sunrise. В прошлый раз его поставил для теста, и, честно говоря, он мне так понравился, что я решил его не менять. Если вы заметили, на NF Sunrise я уже прикрутил специальное крепление. Я его спроектировал и распечатал на 3D принтере. Оно крепится к действующему механизму нашей стойки. Откручиваем барашек и вставляем напечатанную деталь. И благодаря этому можем выставить под нужным углом нашу камеру, чтобы она в процессе движения не цеплялась за наш стол. Сегодня мы сделаем многоцветную печать с помощью пластика пыла от Plexivile. Используя вот такую вот обычную зажигалку, соединим несколько кусочков разного цвета и запустим на печать. И вот так вот, друзья, выглядит собранная конструкция для тестирования макросъемки на базе принтера Tron CXY2 Pro. Микроскоп установили на NF Sunrise, выставили в правильном положении, с правильным углом, чтобы он нигде не цеплялся. Провод микроскопа также был зафиксирован чуть выше, для того, чтобы он не мешал при движении и не сбивал нам картинку. При этом у нас используется второй телефон в качестве дисплея. При этом еще добавил сюда вот такое вот освещение. Ну что ж, друзья, теперь давайте запустим тестовую печать. We'll be right back.
стенки получились отлично, переходы между слоями тоже получились отлично, нигде ничего не выпирает, геометрия в норме. Кстати, с потоком тоже практически полный порядок. 20.05 и здесь 20.05. По высоте 20.06. То есть, можно сказать, в допусках. Но, как говорится, давайте рассмотрим эту деталь под микроскопом. Сейчас фокусное расстояние 1 см. Посмотрите, как уложены слои. Просто супер. Никаких претензий особо у меня нет. Обдув тоже справился великолепно. Очень красиво, кстати, видно с помощью этого микроскопа. Давайте уменьшим фокусное расстояние до 5 мм. И здесь картинка получилась еще красивее. Надеюсь, друзья, это видео вам понравилось. Ссылочку на замечательный эндоскоп, микроскоп и камеру скину под видео в описании. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.